Сотрудники МЧС спасали условного пострадавшего на Братском мосту. Они отрабатывали так называемый канатный метод эвакуации. Он используется в тех условиях, когда невозможно установить лебедку. Например, когда нужно вытащить человека из горной расщелины, узкой штольни или пещеры. Южно-сибирский поисково-спасательный отряд применял этот метод неоднократно. Например, в 2005 году при спасении пострадавших из пещеры «Ящик Пандоры» или в 2017, когда школьник из Черногорска упал в заброшенную шахту. Братский мост хорошо подходит для отработки таких навыков. Металлические носилки спасатели подняли на высоту 25 метров. Только в этот раз человека в них не было. Спасатели использовали камни, вес которых соответствует весу взрослого мужчины.